Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Condemned. Сразу хочу предупредить, что начиная с этой серии, пока что у меня там неопределенка с партнеркой, со всеми прочими делами, и пока что видео будут не форматированы, то есть не по полчаса с четким началом и концом. Я буду записывать какой-то промежуток времени, делить его на части поменьше и выкладывать в таком объеме. И пока, в общем, ничего не выяснится, пока будем работать так, но это, в принципе, не так страшно, и я думаю, что кому-то, возможно, это даже больше понравится. Но как бы там ни было, давайте начинать, давайте смотреть. Так, мы закончили как раз-таки на музее. Почему-то оно у меня спрашивает, как будто я в него уже играл, хотя это первый запуск, я не знаю. В музее убили мэра, насколько я помню. Я уже давно не играл в нее. Что у нас здесь? Кожу содрали. Голова отсутствует. Причина смерти неизвестна. Установили личность. У нее вот этот бэдж был. Посетитель. Офигеть. Кто-то знает. Сначала Ван Хорн, теперь... Потише. Агент Томас. Мистер Томас. Я это на теле нашел. Осмотрись. А мы отправляемся обратно в агентство. Помни наш разговор. Я пытаюсь защитить тебя. Доставьте это агенту Розе в СУ. Что-то непонятное произошло. Кто это такая вообще? Зачем ей голову отрубили? Странно все это, странно. Кстати говоря, некоторые говорят, что здесь есть какая-то прокачка, мол, после каждого уровня надо смотреть, там апгрейды. Не знаю, я не заметил. Ну, не знаю, посмотрим, как этот уровень пройдем, если мы успеем его сегодня пройти. Я не знаю, сегодня часик поиграю, да потом поделю это на 10-15-минутные серии. Так пока придется. Мне это доставит очень много неудобств, но для вас, я думаю, ничего особо страшного не произойдет. Так... Маловато крови. Это должно быть полно. Так. Похоже, на это мы ее сюда приволокли. Так, изучать. Выяснить, откуда эта тачанка была. Короче, откуда притулили ее. Это, наверное, с помощью ультрафиолета. Ну, насколько я понимаю, отсюда. Вот нам. Закрыто. Чё... Ой, тихо ты, не стучи по стенам. Чё еще вы от меня хотите, я не понимаю. Ну, то есть... Вот ее привезли. Что ты мне сюда указываешь, что ли? След от колес идет к двери. Наверное, сцена преступления где-то там, в музее. Но у нас четкие приказы туда не входить. А для меня это ничего не значит. Я так и знал. Пойдем со мной. Давайте я подсажу. Ну давай, коль не шутишь. Тут, говорит, охранников много. Попробуй их избегать.
Я приму этот совет. Опционально, не убивая охранников. Постараемся. Так, используй кулаки, когда дерешься с охранником. Когда охранник повержен, хватай его и души. Понял? Это может быть интересно. Это как раз таки офис охранников, по-моему, тут он кофе пил и смотрел порнуху по своему нетбуку. Так, ну тогда не будем брать вот этот вот инструмент для резки бумаги. Попробуем стучать чисто кулаками. Так, куда ведет след? Куда-то туда. Вроде тихо, да? Как-то слишком тихо. Так, хорошо. Что дальше? Сюда. Тут у нас очередной склад какой-то. Итан, это Роза. Я получил твой маленький подарок. Для меня, говорит, удивительно, что серийный убийца X до сих пор жив. Но тело, говорит, так и не нашли, и похоже, что он выжил. Мистер Томас, прибыл коронер. Он изучает тело, я буду держать вас в курсе. Serial Killer, серийный убийца X, это как раз-таки тот супостат, которого мы убивали в конце первого контента, но я его, по-моему, не убил. Как казалось, что... Ну, там... Вроде как Ван Хорн его пристрелил, но оказывается, он живой, что ли? Ладно. Что у нас здесь? Так, куда вообще следы ведут? Так, и что, сюда куда-то? Как-то странно вообще эти следы. Похоже, что на лужицу какую-то наехали. Краем колеса. Блин. И поэтому оно так прерывается. Не постоянно идет. То есть не полностью колесо было испачкано. А, все, понял я. Что? Ничего. Тихо ходить, чтобы тихо ходить, потихоньку нажимай левый стик, если слышишь рядом шаги, если ты можешь слышать свои шаги, враги тоже могут. А вот и они. Сидит там, прохлаждается. Опасно. Так, тихонько. Вроде как никто сюда не смотрит пока, да? На это постараемся не наступать. Я, похоже, пришел туда, где это произошло. Тут уже и следы проявились четко. Так, вот все, что мы знаем. Жертва — это мэр Рэйчел Марс, 55 лет, найденная в музее. Несколько надрезов на теле. Голова отделена как раз-таки над шеей. Ой, что я сказал? Найденный кусок бумаги со странными глазами.
Так, ты можешь определить, чем была написана эта надпись Serial Killer X на бумажке, которую мы нашли? Обычная черная. I don't need to tell you this, but let's make it official. Leland Van Horn, a.k.a. Serial Killer X, or just SKX, was allegedly responsible for nine ответственен за 9 серийных убийств. He's the nephew to Malcolm Van Horn, and was thought to be племянник Малькольма Валхорна. His body was never recovered. После выстрела в лицо его считали мертвым. Тело никогда не нашли. Ты думаешь, Ван Хорн выходил своего племянника? Похоже на то. У меня есть теория. SKX gets one in the grill. His own flesh and blood, Malcolm Van Horn nurses him back to health. Ван Хорна вернул к телу. SKX убил его. Продолжаю обыскивать музей. Короче говоря, он, похоже, его выходил Ван Хорн, потому что он все-таки его плоть и кровь. Ну какая плоть и кровь? Племянник, то есть. И в результате серийный убийца X убил Ван Хорна и убил этого мэра, эту девушку, женщину. Что-то непонятно, что происходит. Так, давайте изучать. Сфотографировать пилу. Это пила у нас, что ли? Ну, допустим. Получаю. Хорошая работа. Какая-то средневековая пила. Ручку сфотографируй, пожалуйста. Ой. Пардон. Отпечаток пальца. Дай-ка мне момент. Секунда. 50% смазано. Но похоже, что это именно его отпечаток пальцев. Похоже, он и правда живой. Что насчет пилы? Ты сказала, что она выглядит средневековой. Да, в этом музее одна из самых больших коллекций средневековых инструментов. Выясни, откуда оно пришло, и, ну, то есть, откуда оно в этом музее, и тогда ты сможешь, возможно, найти очередную зацепку серийному убийце X. Так, ну, я думаю, давайте попробуем наверх подняться. Вот как, короче говоря, ему в лицо стреляют. А он живой остается. Обалдеть. Так, камера 1503. Okay, подожди. Если ты, говорит, думаешь, что он мог попасться на камеру, найди комнату наблюдения и посмотри. Подожди, что я неправильно сделал? Тут написано 1503, я ввел номер 1503, а мне почему-то поставили рейтинг, типа, не особо хорошо. Странно это все. Так, ну я так понимаю, там нужно перелезть сюда, я уж тогда что-то не хочу даже идти, потому что тут я ничего хорошего тут не вижу. Что толку сюда лезть? Поэтому давайте пойдемте. Искать. Надеюсь, эти камеры нас не засекут в итоге. Не надо будет еще от них прятаться. Ну, как бы тут не провалиться. Так, а вот камера наблюдения у нас, да? Что-то непонятно, оно это, не оно. Ну ладно, спуститься что-то все равно не могу. Кирпичи не берем, потому что неохота убивать обычных охранников. Они ни в чем не виноваты.
Ой, тихо. Блин, дружок, я не могу тебя как-нибудь. С одной стороны, я могу пройти мимо, но с другой там вроде как камера охраны. Ой, не знаю, короче говоря, давайте пока сюда пойдем. Вообще беда какая-то. По рации только что доложили, что у нас в музей проникновения как минимум пара дюжин непонятных субъектов. Они вооружаются средневековыми мечами и щитами, которых здесь в музее, как у дурачка Фантиков. Поэтому у нас определенные проблемы, и у охранников, похоже, тоже. Вот здесь, я думаю, спрыгну. Тихо. Так, дубинку не берем пока. Новости. Это Сара Брентон. Мэр убит, и ее расчлененное тело найдено в музее. There are no leads as of yet, but the federal and local authorities have cordoned off the area in an attempt to locate the perpetrators of this heinous crime. More... Короче, понятно. Рассказывает о том, что мэр был убит, тело расчленено, музей огорожен, и преступление расследуется. Так, а мы тем временем потихоньку двигаемся дальше. Фонарик, надеюсь, не слишком заметно светит. Ой, тихо. Аккуратно. Чё-то это не к добру. Так, у нас тут комната брифинга, похоже. А это что такое? Ничего. Ладно. А тут что? Где у нас камера наблюдения? А там публичные галереи, так что давайте попробуем сюда пройти. Блин, опасно. Тихо. Так, мужская раздевалка. А вот комната наблюдения. Okay, I'm in the surveillance room. Find the backup drive and let's see if our favorite madman has made a cameo. Так, подожди. Давайте-ка, ребята, мы вот так вот сначала сделаем. Закроем дверь. А теперь уже можно осмотреться нормально. Так, нужно найти хард-драйвы. Винты, то есть. Вот это, по-моему, наш. Ничего не вижу. Ну, попробовать стоило. Похоже, это не та камера именно, которая... Ой, тихо. Я что, сломал? А, то есть надо было с первого раза, видимо, и нужно было нужную камеру выбрать. Ну, откуда же я мог знать? А теперь, похоже, уже все. Ладно. Попробуй, действительно стоило. Печально. Тихонько, дружок. Значит, так найдем. Какие проблемы? Игра-то все равно линейная. Единственное, очков меньше получим. А нам эти очки... Больно уж не сдались. Так, мы выходим в музей. Здесь какие-то непонятные супостаты у нас забежали толпой. Это, честно говоря, не очень радует. О, ребятки. Да, проблемы.
Понятно. Так, я палку хотя бы могу взять? Нет, палками у нас, похоже, герой драться не умеет. Да ладно. Дружок, я тебя вижу. Блин, дайте хоть что-нибудь схватить, ёлы-палы. Что-то как-то неспокойно мне так просто с голыми руками на таких амбалов выходить. Так, ну возьми ты палку, ёлки-палки. Палку-палки. Так, ну... Давай-давай, покашляй. Болезный. Да, блин, чё, у меня комбо не получается. Твою мать! Скотина! Да что ж ты не падаешь-то, а? Да падай, мать твою. Ох ты, бляха, какой ты душный-то парень, а. Да что ж с тобой не так-то? Ой, так, ладно. Ты живой еще, что ли? Да не может быть. Нет, с моей вроде отъехал. Блин, вот этот душный парень был. Офигеть. Так, ладно. Ладно. Тут где-то еще один бегал, я слышал его. Это, похоже, то еще головной болью будет. Офигеть. О, ребят. Да, как я сразу не заметил. Бедные охранники. Трое бегут в зону с динозаврами. Да как они, говорит, вообще сюда попали? Не знаю, говорит, но у нас проблема, если мы с этим сразу не разберемся по-быстрому. Спокойно. Да. Че, нельзя его опустить на землю? Как-то не по-людски это. Подожди, это охранник, что ли? Или нет? Да, что-то тут какое-то место, надо сказать. Какой нахрен это охранник? Это не охранник, он переоделся. Смотри, тут бардак какой, он спокойно ходит. Ага, охранник. Бегут. Подожди. Что произошло с ним? Ладно. Я вообще уже ничего не понимаю. Блин, ненавижу рыцарей. Так, аккуратно. Хана охраннику.
И у меня тут тоже гости. Так, ну тут у нас очередной передатчик, но я его не буду уничтожать, не потому что мое оружие важно. Так что пусть себе висит. Ух, твою мать! Рыцарь! Ой, зачем я кинул? Иди сюда, дружок. Да падла. Ты какой опасный. Тихо. Да ёлы-палы, тебя вообще возможно убить, нет? Ой-ой-ой. Да. Да-да-да. Офигеть. Ну давай. Да чё ж ты сделал-то? Надо было бить его. Нравится? Спокойно. Да падай ты, мать твою. Живой еще? Да не может быть, да что ж ты не дохнешь-то, а? Я тебе дам фак сейчас. Скотина тупая. Так, пойдем, полетаешь маленько. Ёлы-палы, да это что ж такое творится? Бабоньки! Как тяжело его убить было. Офигеть просто. Есть тут каждый такой-то. Это что ж мне тогда тут делать? Давай, иди сюда. Что за звуки вообще непонятные? Это где-то там. Ёлки. Я не понимаю, что это за звуки такие. Что-то мне не особо нравится. Надо отметить. Стены все поободрали. Ну что за народ, а? Что он там делает? Ага, понятно. Ну ладно. Вообще офигеть просто. Полный набор. А если ее спиной сейчас оставлю, у меня могут быть проблемы, скорее всего. Блин, у меня жизни мало. Что самое печальное. Хорошо. Вот в этой серии игра, по крайней мере, похожа на Condemned. То есть тут Condemned узнается безошибочно. Да елки, да сколько вас тут? О, ребят! Бейте! Да. Не меня. Эй, дорогой. Да, блин. Так, дружок, что-то у нас с тобой все плохо получается как-то. Просто вот так тебе. Так, секира. Секира довольно тяжелое оружие. Но с этим я, надо сказать, полегче справился, чем с тем. Но в целом просто какой-то капец идет.
Ну, вообще, мы, в принципе, пришли уже в ту самую область, скорее всего. Они в здании. Ой! Ты шкура все-таки... Я так и знала. О! Хрена вы даете, народ. Офигеть. Народ, что-то вообще... Просто нет слов. По крайней мере, с оружием здесь напряженки нет. Поэтому давайте пробираться. Но по жизням, конечно, беда. Я так и знал, что эту шкуру нельзя оставлять за спиной. Так, ладно. О, ребята. Да не лезьте ко мне. Ну, дело ваше. Так, что-то там у них чухня какая-то идет. Давай-ка мы пойдем сюда лучше. О, нет. Там этот самый неприятный тип врагов. Вот такой вот. Так как эта серия записана в довольно-таки мутное время и попрощаться по-нормальному там не получилось, поэтому я вставляю этот предзаписанный комментарий. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.